Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскрес! Все день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся. Такими словами Святая Церковь призывает нас получать благодать пасхальных дней не только в течение одного дня Пасхи, но и целой седмицы, когда празднуется этот самый наш главный праздник. Зачем это нужно? Для того, чтобы мы наполнились радостью о Господе Спасителе нашем. И эта радость благодатная пасхальных дней вдохновляла нас в течение года на жизнь праведную святую. Пасха празднуется 40 дней. Но особо торжественно празднуется она в течение 7 дней, которые называются в церковном календаре как Светлая Седмица. И вот большую пользу получают те, кто в эти дни посещает храм Божий. И наоборот теряют эту радость те, кто сразу после первого дня погружается опять в житейские свои попечения, которые, конечно, нужны, но нельзя слишком ими увлекаться, надо обязательно выделять место для Бога, для своей души бессмертной, для того, чтобы наполнять ее благодатными святыми впечатлениями, для того, чтобы причащаться святым Христовым тайн. По церковным правилам, которые называются каноны, все верные призываются ежедневно причащаться святым Христовым тайн в течение 7 дней пасхальных. Поститься не надо, только читаются молитвы к причастию, люди радуются, и вот эта радость, она очень нам необходима. Не какая-то радость временная, суетная, как вот некоторые в чем находят радость, в том, чтобы чреву своему угождать. У некоторых это даже радость номер один по сравнению с другими радостями, которые бывают в земной жизни. Вот один такой человек подошел ко мне, вот начал угождать чреву, говорит, я не могу остановиться, злоупотребляя спиртными напитками. Как мне это дело прекратить? Поэтому здесь нужно быть осторожными, внимательными, чтобы после поста нам не повредить свое здоровье. Рекомендуется воздержание сохранять, в том числе и при употреблении того, той еды, которая нам предлагается с коронной, все это нужно делать благоразумно, ибо добродетель воздержания, которую мы приобрели во время Великого Поста, она нам необходима в течение всего года. Еще важно помнить о том, что цель нашей земной жизни – подготовка к жизни вечной. И вот радость пасхальных дней, радость праздника Воскресения помогает нам отчасти прикоснуться к радости жизни вечной, которую Господь приготовил нам, любящим Его. Не видел то глаз, не слышало то ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Господь приготовил нам, пишет апостол Павел. Но вот праздник Пасхи помогает нам отчасти открыть эту тайну радости, радости Божественной, Святой, радости жизни вечной Боге. И воскресший Христос наполняет нас этой радостью. Поэтому нужно беречь полученную благодать, хранить себя от всякого греха и стараться этой радостью делиться с ближними. Особенно с теми, кто находится в трудных жизненных обстоятельствах, кто, может быть, болеет, кто, может быть, не может прийти в храм. Но нужно таких людей порадовать. Есть такой добрый обычай, что во время Светлой Седмицы люди ходят друг к другу в гости, поздравляют друг друга с праздником, с той Пасхи, славят Христа, поют песнопения в честь Воскресения Христова. Эти добрые традиции нам нужно сохранять, распространять и особенно привлекать и школьников, и молодежь, чтобы они вместе с нами славили Бога, вместе с нами причащались, и радость это будет вместе с ними и будет им помогать дальше жить правильной земной жизнью и вдохновляться на свои труды, на труды, связанные с учебой. И самое главное, чтобы они не забывали Бога и Божий закон. Да поможет нам Господь
сохранить пасхальную радость и этой радостью правильно делиться нашими ближними. Аминь. Христос воскресе!